Приветствую вас. То, что вы описываете, является достаточно классической схемой зависимости любого рода, любого плана. И надо сказать, что по большому счету не играет роли, не играет никакой роли то, от чего вы зависимы, не играет роли то, что именно составляет вашу зависимость. Вот. Это нужно понимать. Также нужно понимать, что то, что вы описываете в своем тексте, это всего лишь, значит, следствие, это всего лишь следствие определенных процессов. Вот. Которые с вами происходили, ну, в вашей жизни. Как правило, это результат побега, это результат бега от ответственности, это результат попытки уйти от реального мира в мир иллюзорный. Это может быть и невротическая модель поведения, при которой человек, не имея возможности реализовывать свои желания, ну или реализовать свои желания, ну, каким-то, знаете, таким правильным, доступным для него способом, значит, выбирает для себя способ другой, который для него более доступен, который ему более понятен и который для него, ну можно сказать так, позволителен. Можно сказать так, да, позволителен. То есть то, что с вами происходит, это результат неудовлетворенности, это результат невозможности реализовать свои потребности, это результат подавления, возможно, себя, подавления своих желаний, как следствие это вытеснение их, как следствие это вытеснение своих желаний. И, соответственно, удовлетворение их вот именно в такой форме, в какой вы это делаете. Что за этим стоит, что за этим кроется, нужно выяснять, потому что так, безусловно, делать выводы нельзя. Но, на мой взгляд, очевидно, что вы убегаете, вы бежите от чего-то в реальном мире, от чего-то такого, что вас очень сильно пугает, раздражает и так далее. С другой стороны, именно в
телефоне, именно в гаджетах, вы получаете для себя что-то, чего, например, не могли получить где-то в других местах. То есть нужно понимать, что именно вы пытаетесь получить через гаджеты. Вы говорите, что проверяете уведомления там, и так далее. То есть вполне вероятно, что речь идет о разновидности, может быть, значимости какой-то. То есть вы хотите чувствовать себя более значимой и, собственно, именно это стимулирует вас на то, чтобы постоянно быть в телефоне и постоянно проверять, например, то, что происходит, ну, у вас там в телефоне. Потому что в противном случае вы, вероятно, можете бояться того, что, ну, может быть, что-то пропустите, или, может быть, что-то произойдет без вашего ведома. Вот так вот может быть. Так можно развиваться. То есть в любом случае пытайтесь понять, что зависимость — это потребность, это средство реализации потребности. И, соответственно, если вам хочется сделать так, чтобы вас это не беспокоило, если вам хочется сделать так, чтобы вас это не напрягало, если вам хочется сделать так, чтобы на вашу жизнь это оказывало куда меньше влияния, то в таком случае нужна работа. Нужна работа по выявлению причин, по которым у вас такая зависимость, да, такая вот нужда в гаджетах стала возможной. Для начала попробуйте ответить на вопрос, с какого момента у вас это появилось. Для начала попробуйте ответить на вопрос, как давно вы это чувствуете. Ну, то есть, как давно вы испытываете потребность в том, чтобы, ну вот, постоянно находиться в телефоне, да, как давно. Вот для начала разберитесь с этим. Потом попробуйте для себя проанализировать, что вы получаете, если находитесь вот в телефоне. То есть, что вы для себя извлекаете из такой вот модели поведенческой. Что вам это дает? Вот. Старайтесь на эту тему также подумать, я уверен, что она вам даст определенную
пищи для размышлений, и вы сможете уже как-то, ну, несколько лучше, несколько полнее наблюдать картину и видеть не только зависимость как таковую, да, потому что зависимость как таковая, как мы уже сказали, это всего лишь следствие проблем, это всего лишь результат проблем, это всего лишь проявление, так скажем, определенной проблематики. Вот. Зависимость — это свидетельство того, что ваша психика пытается удовлетворить какие-то желания. И для того, чтобы убрать эту зависимость, нужно в первую очередь, чтобы вы нашли для себя что-то более интересное, чем вот то, что вы делаете сейчас, чтобы вы увидели для себя более достойный вариант времяпровождения, может быть, вот так. Так можно сказать. Более достойный вариант времяпровождения. Вот. Если вы сможете это сделать, если вы увидите его, вот этот вариант времяпровождения, то, на мой взгляд, ситуация может измениться. Причем измениться весьма-весьма коренным образом. Вот. Для вас. А если вы не сможете найти что-то такое вот более интересное, да, то тогда, конечно, есть очень большой риск того, что все так и останется, того, что ничего не изменится. Вот. Но, на мой взгляд, вариант и шанс есть всегда. Вот. Важно понимать, зачем. То есть вот вы решили избавиться от этой вот привычки. А привычки для вас, ну, скажем так, не очень приятной. Вот. А важно понимать, зачем вы это делаете? Для чего вам это нужно? С какой целью вы это делаете? Понимаете? Важно понять вам, для чего. Потому что избавление от зависимости, да, это процесс такой достаточно длительный, вот. И нужно, чтобы вы как можно лучше понимали, зачем, может быть, вы обратились сюда, к нам, за помощью вовсе не для того, чтобы, убрать зависимость, а может быть, вы сделали это совсем для другого, например, для того, чтобы показать, допустим,
тем, кто вокруг вас, что вы делаете что-то для того, чтобы эту зависимость, например, убрать. Вот. Я не обвиняю вас на самом деле. Я не знаю на самом деле, как обстоят дела. Но я просто говорю о том, что может быть. И будет лучше, в любом случае будет лучше. А если вы как можно четче для себя увидите, зачем вам это нужно. Ну, то есть, значит, суммируя. Одно из главного, да? С какого момента это началось у вас, вот, эта зависимость? С какого момента, как давно и так далее? Это первое. Второе. Значит, какие желания стоят за этим? То есть, грубо говоря, что вы получаете, от этого времяпровождения? Можно вопрос немножечко переформулировать и сказать так. Что вы хотели бы получить для себя из этого? Что бы вы хотели получить для себя из вот данной модели поведения? Это, значит, вот такой момент. И последний момент. Это момент такой, для чего? Для чего вы хотели бы избавиться от этой самой зависимости? То есть именно зачем? Какая за этим стоит цель? У вас. Потому что цель нужна. Когнитивную карту никто не отменял. Вот. Я полагаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам удачи, я желаю вам успешного выбора своего специалиста по данному вопросу, а может быть, и не только по данному вопросу. Вот. И удачи!